Ну, Минин вроде бы писатель, я так не помню. Может, в интернете посмотреть? Без понятия. Я никакие праздники не отмечаю. Там Минин с Пожарским. Я даже не помню. Честно говоря, ну, не помню. Знаю точно то, что они воевали вместе. И на каком-то озере, по-моему, насколько я точно знаю. День народного единства. Нет, не знаю. Герои какие-то. Ну, видимо, в честь них. В Москве им памятник великий находится. Не знаю, что-то. Он одно и тот же человек, Минин Пожарский. Это освободители от польского угнета в 17 веке. Но мы праздник не празднуем, как бы. День народного единства. И согласие, по-моему. Ну, и согласие, примирение. Ну, знаете, такой натянутый праздник, раньше 7 ноября праздновали революцию. Сейчас нашли рядом дату, 4 ноября, придумали другой праздник. Ну, он основатель, как бы. Давайте другой вопрос. Ты как будто знала, что я не могу ответить. Не знаю. Без понятия. День нации. Че? Минин и Пожарский. Че ты ушел? Я не знаю. Не знаю. Дружба народов. В Москве было это самое, как, господи, там... Они собрали народ, чтобы защитить Москву. Минин Пожарский. Я не знаю, как он сейчас называется. 7 ноября знала, а 4 ноября не знаю. Пошли! Я не знаю. Не знаю, что ты меня заклинила. Девочки, не знаю. Не, ну точно не знаю. День... Какой день? Нет, я не знаю. Не знаю, я в Москве был, у меня памятники. Ну, точно не могу сказать, кто он такой был. Ну, где-то он больше такой был. Командующий или там Борис. Ну, такой какой-то там воспитыватель. Минин Пожарский там, еще это кто-то есть. Ну, я уже забыл это. 4 ноября, суверенитет называется. Ну это мы вообще близко истории. 4 ноября будет. Что у нас будет? День примирения будет. День примирения. Они, короче, участвовали. Блин. Ну, памятник стоит на Красной площади в Москве. Во время интервенции то ли шведов. Они были одними из главных как военачальников или ну, руководствовались. Их противостояние. Как раз День народного единства именно, ну, да, в честь Минина и Пожарского. Ой, не скажу. Не знаю. Может, День народного единства? Ну, вообще революционеры. Больше ничего сказать не могу, не помню. Позорище. Сейчас. Так. Единство. Минин это революционер. Минин? А, Минин, а нет, не знаю. Минин и Пожарский это наши герои. Сейчас скажу. Это 1600, да, какой-то год. Это герои, которые, как сказать, освободили, наверное, Россию. Вот, это был спорный вопрос с Польшей, вот, ну и в Москве, я знаю, есть памятник Минину Пожарскому, это на Красной площади, вот. Исторические герои, знаменитости наши, мы их помним. И да, я поняла ваш вопрос, чему посвящен этот праздник, День примирения.